Всем привет! С вами Ирина Маркелова, участница проекта «Всем миром» с 2013 года. Не так давно, а именно в конце ноября 2018 года, внедрили в проект еще один маркетинг. Это бинарный маркетинг, и речь сегодня пойдет о благотворительном марафоне. Проекту в этом году будет 10 лет. Запустились мы 11 ноября 2011 года. Я в проекте работаю с 2013 года и знаю всю его историю. Вот марафона не было. Марафон появился в 2018 году. На данный момент у меня активно 4 места. Изначально их было 3. И я активировала еще одно место. Получила за это время только лишь в марафоне 10 139 долларов. И давайте посмотрим, как растет моя партнерская структура в марафоне. Это специальный проект «Благотворительный марафон». Здесь вы можете посмотреть, как это работает. Сейчас в этом ролике останавливаться на этом не буду. И здесь есть у вас две ссылочки для приглашений в марафон. Ну, хотя эта ссылочка и будет вести на регистрацию под вас. Даже если человек окажет финансовую помощь в эстафете, вы получите эти деньги. Ну, у меня 4 места. На первое место основное я получила 6422 доллара. На второе место 1536. На третье место 1160. И вот это вот четвертое место, которое я говорила, недавно активировала, уже им получено 116 долларов. Продлеваю я всегда заранее, тем более сейчас идет акция, возвращают 7-5 долларов пин-кодов за то, что вы активируете место в марафоне, ну, либо продлите активность. Смотрим мою структуру, вот как она разрастается, вот мои 3 места. За каждое я оплачиваю 35 долларов один раз в квартал. Что такое красные кружочки? Это значит, человек уже не получает финансовую помощь, и его место скоро удалится. Если навести на кружочек, то мы видим, что до удаления остается 7 дней. Что такое желтые кружочки? Это значит, что истекает активность, вот в данном случае осталось 6 дней до того, как это место превратится в красный кружочек, и человек уже не сможет получать денежную помощь в свой адрес. Серенькие кружочки – это свободные места, которые еще никем не заняты. Вот так растет моя партнерская структура. Первый уровень заполнен на 100%, второй, вот бинар, 4 человека на 100%, третий уровень – на 100%, четвертый на 100%, пятый уровень 59%, шестой 14%, седьмой почти 4%, восьмой уровень 3,13%, девятый почти на 1%, десятый еще не заполнен. То есть я получаю деньги на 10 уровней в глубину. Заполнено у меня 77 мест из этой глубины. Самое глупое, что вы можете сделать, это не продлить свои места в марафоне. Вот если этот человек не продлит свое место, смотрите, под ним уже заполненная структура. Давайте нажмем на нее. Вот смотрите, здесь уже заполненная структура. Ну, достаточно много здесь мест. Вот эти люди, возможно, продлят свои места, а этот человек будет упускать прибыль. После того, как ее место удалится, будет 24 часа, чтобы занять его, либо компрессия поднимет нижние места вверх. На это дается 24 часа. Поэтому вовремя продлевайте свои места, свою партнерскую ссылочку я оставляю под видео. Всем пока!